Провина за наслідки для України від реалізації «Північного потоку-2» лежатиме на керівництві «Нафтогазом». Про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Замість збільшення видобутку палива та проведення реформ, топ-менеджери НАКу протягом останніх років лише підвищували тарифи та збільшували собі премії, наголосив політик. Сергій Каплін закликав владу ліквідувати «Нафтогаз» та забезпечити розвиток газовидобування в Україні. Вина за то, что мы в течение следующего года можем потерять приблизительно 3-3,5 миллиарда долларов за пассивных доходов, за перекачку российского газа в Европу по нашей трубе. Вина за то, что мы можем следующую или эту зиму встретить с холодными батареями, будет непосредственно на нефтегазе и на председателе нефтегаза Коболев, который, кстати, по моей 100% проверенной информацией, уже перевозит свою семью в Европу, в Германию, и сам собирается уехать и жить в другое государство. Я считаю, что по этому поводу необходимо в кратчайшие сроки создать Временную следственную комиссию. Генеральная прокуратура и НАБУ должны очень детально исследовать всю деятельность руководителя нефтегаза, привлечь к ответственности и не дать сбежать за границей.